Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей. Сегодня я буду показывать, как установить карты на Minecraft Pocket Edition. Для этого вам понадобится сам Minecraft и любой браузер. Я зайду в Google и пишу «Скачать». Там карты на Minecraft на 12.3, потому что это в моем случае на 12.3 версия. И вот ищем там, например, MCP Mods, вот, например, скачать карты для Minecraft 0.12.1, и все такое. Это сложный выбор, я, наверное, вот через Chrome скачаю. Скачаю. И нажимаю всегда. Вот. Скачать PvP карту Supercraft Bros. Скачать паркур карту 2D, тут 3D для Minecraft. Давайте вот эту карточку. Карту скачать. Так, мы видим вот тут вот. И видим установку. Как установить. И правила. Не ставить и не ломать блоки. Не использовать никаких модов. Не читерить. Установка. Скачать архив. Распаковать его. Загрузить карту в папку. Ну, я вам сам уже покажу. Там что делать. И этот кручек выбираю. И нажимаем всегда. Вот, как мы видим, открыть файл нажимаем, архиватор. И как мы видим, вот такую. Мы делаем и так. Так, подождите. Мы вот так вот делаем. Заходим в ES-проводник. Если он у вас не скачан, тогда скачать. ES-проводник. И как мы видим назад, мы вот тут вот начинаем. Мы вот думаем, куда нажимать, что делать. И нажимаем сюда. Так, сейчас, подождите. Так, я это удалю сейчас. И как мы видим. Подождите, я еще не нашел. Так. И как мы видим, что с этим файлом делать. Мы нажимаем так и так. И ищем кнопку распаковать в. Нажимаем туда. Выбрать путь. И вот видим скрат. И нажимаем папку games. .modging Minecraft Worlds. Окей. Окей. И все. Мы можем вот это закрывать. Вот это. И нажим. И потом заходим в наш Майнкрафт. Так. Где мы? Странно. Одна секунду. Что-то у нас пошло не так, дорогие друзья. Что-то не так. Давайте проверим. Так. Ес-проводник. Вот там наша страница, папка games, commodging Minecraft Worlds. Я не знаю, у нас что-то не захотелось. Так, вот так вот зовем, давайте зайдем тут. Я не понял, что это. Давайте я вот это удалю и скачаю новую карту, потому что что-то это не очень такой хороший файл. Давайте браузер. А нет, я не туда зашел. Так, я не туда зашел. Давайте. Так. И хром. Вот. Опять напишем скачать карты для Minecraft на 12.3. Потому что у нас что-то сложилось неладно. Да, не очень ладно. Ну и давайте вот ищем карты в Minecraft P ВКонтакте. Ну вот там как вот.
Только что Шахтер, ты попал крупнейшего фанца сообщества о Майнкрафте в России. Скачать Майнкрафт 0.13.0, показать полностью карты, вот. Они, видимо, все сам себе World скачу, такой Нью-Йорк Сити. Вот такая карта выглядит прикольно. Можно сказать, так, создатель Джон 4987. И нажимаем кнопку скачать. Спасибо за то, что воспользовались нашим сайтом. Скачивание начнется через пару секунд. Отлично, нажимаем кнопку закрыть. И вверх. И потом вот, вот так прямо вверх, и у нас скачивает. И как мы вот, ну я не знаю, как остановить это все дело. Ну давайте все-таки подождем. Нам надо как-нибудь что-нибудь сделать. Дорогие друзья, и в следующий раз я вам покажу, переустанавливать систему Android. В следующий раз я вам это видео будет, как переустановить систему Android. После следующей, наверное, как установить моды на Minecraft, потом еще не знаю что-то, как текстурки установить разные. И может быть даже как шейдер установить на Майнкрафт 0.12.3, если только можно установить. Вроде можно. Ну что ж, у нас почти как раз скачалась Нью-Йорк Сити карта. Так, видим, слышим. Так, и нажимаем сюда. На, вот так вот. ESR-филатор. И всегда нажимаем. Так, всегда. У нас немного подлагнуло. Ничего. Вот. И как мы видим, и тут все, что нужно. Вот так. Я не знаю, что делать. Делаем вот так вот. Вот так вот. Давкнайт. И видим. Нью-Йорк Сити. Нажимаем. А нет, вот так вот делаем. Распаковать. Ищем кнопку. Выбрать путь. Крат. Скрат, Games, Commodging, Minecraft World. Окей. Окей. И как мы видим, у нас сейчас перемещается. Там создать сервер я, может быть, покажу на другом iDevice, на планшете бабушки. Да, она мне... Я могу хоть и катоку на нее собирать планшет. И вот это все вот так вот делаем, вот так вот. И сейчас мы заходим в Майнкрафт наш. Вот наш Майнкрафт, да. И как мы видим, у нас появилась неизвестный мир MUS. И как мы видим, что это? Welcome New York City. И давайте же... Вау, это, наверное... Вау! А что это типа N? Давайте прокатимся. Так. Так, идем. Где вагонетка? Вагонетка, вагонетка, вот вагонетка. И... Собраться. Вау! Прикольно. И, как мы видим, мы едем, типа, такие, как сейчас. Достали голову самого иссушителя. О, все, мы приехали. О, нету, 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 нет. Фух. Чуть не уехали. Терминал. Так, тут мы не можем тут открывать. Что там было?
Ничего в нем не было, давайте поставим брата, а то брата плачу карты за нами придет, нас и убьет нас. И давайте, не надо, что мы должны это сказать, нет, что-то, ничего интересного, вот сюда поставить карту. Упс, простите. Делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ой, как я не видел, как ты это скинул. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И на этом, я думаю, буду заканчивать. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Андрей Супермен.